К сожалению, не существует службы, которая изучала бы и анализировала все события, происходящие на Земле, в едином комплексе их взаимосвязей, оценивая суть, тайный смысл, необходимость и случайность. Это практикуется некоторыми экономическими, политическими и военными организациями, но по отдельным регионам, проблемам и ситуациям. А в масштабах планеты для этого пока нет технических, а главное, других, более важных предпосылок и возможностей. Но если все-таки кто-нибудь имел бы возможность охватить единым взглядом все случившееся за последние 4 месяца, то картина ему представилась бы поразительная. Которая изучала бы и анализировала все события, происходящие на Земле, в едином комплексе их взаимосвязей, оценивая суть, тайный смысл, необходимость и случайность. Это практикуется некоторыми экономическими, политическими и военными организациями, но по отдельным регионам, проблемам и ситуациям. А в масштабах планеты для этого пока нет технических, а главное, других, более важных предпосылок и возможностей.
Но если все-таки кто-нибудь имел бы возможность охватить единым взглядом все случившееся за последние 4 месяца, то картина ему представилась бы поразительная.
существует службы, которая изучала бы и анализировала все события, происходящие на Земле, в едином комплексе их взаимосвязей, оценивая суть, тайный смысл, необходимость и случайность. Это практикуется некоторыми экономическими, политическими и военными организациями, но по отдельным регионам, проблемам и ситуациям. А в масштабах планеты для этого пока нет технических, а главное, других, более важных предпосылок и возможностей. Но если все-таки кто-нибудь имел бы возможность охватить единым взглядом все случившееся за последние 4 месяца, то картина ему представилась бы поразительная.